Ну что ж, друзья, я готов. Надеюсь, что вы тоже здесь сейчас присутствуете. Ну и давайте, прежде чем мы начнем, проверим связь. Пожалуйста, в чате вот здесь вот прокомментируйте, как сейчас вы меня слышите или и видите. Если все окей, ставьте плюсики. Ну, вижу, что вы здесь уже есть. Переписывайтесь, поздравляйте друг с другом с событием, которое произойдет. Ну, буквально через 4 часа, можно сказать, 11 ноября. Все видно, да? Отлично. Ну что ж, шестилетие, друзья, шестилетие проекта Whole World мы с вами собираемся отмечать. Пролетел просто вообще незаметно этот год. Буквально недавно, казалось бы, вот мы здесь с вами сидели, и говорили про то, что пятилетие проекта, первый наш такой мини-юбилей был. Но для интернет-проекта это, конечно, огромный срок жизни, 5 лет, 6 лет, да, столько, как говорится, не живут, но только не Whole World. Наш с вами проект исключительно надежен, устойчив и не подвластен старению и действию времени, да. Поэтому мы собираемся справлять наши дни рождения очень-очень долго и каждый раз делать это все более и более красочно. Ну вот красочно так разукрасили наши дизайнеры комнаты вебинара. Вы имеете возможность здесь сейчас смотреть меня и нашу конференцию, наш вебинар. Я имею возможность видеть вас вот здесь, ваши комментарии, поэтому... Если я обращусь к вам, то, пожалуйста, прокомментируйте всегда вот здесь вот. И к вашим вопросам я также вернусь чуть позже, после того, как сегодняшнюю тему мы с вами проговорим на 100%. Ну, тема понятна, шестилетие, да, но, знаете, мы сейчас не будем подводить никаких итогов. Ну, хотя год вроде как прошел с прошлого юбилея, да, не будем подводить итогов по одной простой причине, потому что итоги мы с вами привыкли подводить где-то перед Новым годом, да, то есть когда у нас календарный год завершается, вот тогда у нас итоговая конференция за год. И до этой самой конференции осталось, ну, можно сказать, сколько? 50 дней, правильно? Потому что с 11 ноября до Нового года у нас с вами как-то так вот случилось, что ровно 50 дней. Наверное, это не случайно. Помните, в прошлый наш юбилей мы запускали ну, такой вот большой грандиозный розыгрыш, в котором разыгрывали iPhone номер 7, который тогда вот только появился. Сейчас уже, наверное, им никого не удивишь. Но, тем не менее... И тогда у нас был один победитель, который получил этот iPhone. Хотелось бы, конечно, больше. Ну, как вы уже догадываетесь, сейчас речь пойдет о конкурсе и розыгрыше, который мы приготовили вам в честь шестилетия. И давайте я вам покажу приз, который, в принципе, может получить каждый из вас. Причем он у нас не один, количество призов будет неограничено. Ну, запущу сейчас просто видео, вот это вот. И посмотрите, возможно, поймете, о чем речь. Я, кстати, не знаю, видно ли сейчас или нет, поэтому вышел на всякий случай из полного экранного режима. Every time you call on me, I drop what I do.
You are my best friend and we've got some things to do. Okay. В общем-то, поняли, да, о чем у нас с вами пойдет речь. Надеюсь, что вы видели. Я, кстати, друзья, не понял, видно ли было, когда я включал полный экранный режим. Вот хочу сейчас от вас комментарии увидеть, потому что не тестировал я эту функцию и не знаю, как ведет себя трансляция, если я включаю полный экранный режим. Вы его видели или же у вас пропало все? Ну, когда переключился... Ага, все было видно, да? Окей, значит, надо было продолжать вам полным экраном показывать. Ну ладно, в следующий раз. В общем, iPhone 10, друзья, это самый крутой на сегодняшний день смартфон, который только существует. Без преувеличения можно это утверждать. И мало того, что, наверное, просто iPhone, да, многие из вас до сих пор не держали в руках и не имели. Ну, а сейчас у вас есть реальная возможность получить топовый iPhone X или iPhone 10, который сразу так вот с 7-й версии на 10-ю скаканул за этот год. На официальном сайте Apple можете вы много всего интересного про него узнать и про его инновационный экран, про полное отсутствие каких-либо кнопок, экран на вообще на весь монитор, суперпрочные стекла, водонепроницаемость, новая функция – это распознавание вас по лицу, это даже не Touch ID, который по отпечатку пальцев, это уже Face ID. И, соответственно, уже тут много всего интересного появляется. И камера очень крутая, и эмоджи, смайлики. В общем, просто профессиональный аппарат, который подойдет для всего, чего только можно. И беспроводная зарядка, и все, что так давно уже нужно было вводить, и о чем только можно было мечтать. Все это, друзья, может стать вашим уже через 50 дней. Буквально 50 дней, и iPhone, который на сегодняшний день стоит более 90 тысяч рублей, ну, вот MVideo я по привычке пользуюсь этим магазином, MVideo открыл, и здесь та самая модель iPhone X 256 гигабайт. Это, безусловно, самую большую емкость мы сразу берем, чтобы не продешевлять на какие-то более малообъемные версии. И 91 тысяча рублей. Вот так вот просто, легко. Этот приз достанется каждому из вас, если вы выполните условия нашей акции. Акции, которую мы запускаем с завтрашнего дня. И именно потому, что каждый день будет важен для вас, мы решили провести этот праздничный вебинар именно сегодня. Сегодня, чтобы уже через сколько, ну, 4 часа утра, да, в 4 часа утра, по-моему, у нас начинается, или UTC плюс 3, я даже не помню, может, в 3 часа утра обновляется время на сервере. То есть 11 ноября начнется у нас в 3 часа ночи по Москве, или в 4 часа ночи, не буду врать, но тем не менее, чем раньше вы будете готовы, тем больше у вас времени будет на то, чтобы выполнить условия этой акции. 50 дней. И по традиции мы не стали ее нарушать, 50 партнеров, 50 оказаний финансовой помощи. Вот такое вот условие достаточно непростое, но на то это и акция, которая поменяла свое название на лидерский марафон, назвали мы лидерский марафон 50 на 50. И вот... смысл и логика, надеюсь, вам понятны. То, что вам нужно обеспечить 50 оказаний финансовой помощи вашими личными партнерами за 50 дней, то есть до Нового года от 11 ноября. И тогда вы гарантированно получаете iPhone X 256 гигабайт. Ну, цвет на ваш выбор, но это на самом деле сейчас не столь важно. В
В прошлом году, как я сказал, это условие смог выполнить только один участник, но нам хотелось бы, чтобы их было больше. И вообще, чтобы у вас мотивация сохранялась до самого финала, потому что, как вы понимаете, если, ну, если по каким-то причинам либо вы присоединились к этой акции активно, не с самого начала, либо по каким-то причинам у вас не получилось использовать время с пользой с самого начала, то у вас все меньше и меньше времени, и чем дальше, тем меньше шансов, да, и мотивация, соответственно, падает. Вот, мы, соответственно, уже опыт этот получили в прошлый раз, и на этот раз мы добавили для вас второстепенные поощрительные призы, которые вы так или иначе сможете получить, даже если не доберетесь до заветной цифры в 50 оказаний финансовой помощи за 50 дней. И поощрительные призы будут вам следующие. Если вы доберетесь до цифры в 40 оказаний финансовой помощи, то вы получите бесплатно 10 мест бизнес-автомата к вашему аккаунту, что позволит вам получать партнеров, не приглашая их лично, в 10 раз активнее, чем если бы вы подключили одно место. Ну, в общем-то, я думаю, знаете все про услугу бизнес-автомат, чуть попозже про нее еще поговорим. И если достигнете 30 оказаний финансовой помощи до Нового года, то 5 мест, 23 места и 10 оказаний финансовой помощи, одно место в системе бизнес-автомат вам гарантированно будет выдано. При этом, смотрите, в зачет у нас все точно так же, как в прошлом году, идут все оказания финансовой помощи, совершенные в период акции вашими лично приглашенными партнерами. То есть, как первые, то есть от новых или уже зарегистрированных ранее участников. То есть если они раньше не оказывали финансовую помощь, и вот сейчас, вот с завтрашнего дня ее окажут, то это пойдет вам в зачет. И повторные, то есть если один и тот же партнер, например, возьмет и 10 раз окажет финансовую помощь, он это имеет возможность сделать, то вам зачтется как 10 оказаний финансовой помощи. Ну, повторный, соответственно, ежегодный, да, как вы понимаете. То есть понятно, что 10 раз никто, наверное, не будет оказывать финансовую помощь сразу же. Вот. Но поскольку ваши партнеры, особенно у тех участников, которые у нас с вами зарегистрированы уже не первый год, у них есть партнеры, которые уже подошли к ежегодному оказанию финансовой помощи и могут это сделать. И вот, соответственно, эти оказания помощи тоже зачтутся в это количество, то есть не обязательно приглашать именно новых партнеров. Результаты будут зафиксированы на момент 31 декабря 23.59 по UTC, и каждому участнику будет выдан только один приз, соответствующий его максимальному достижению на момент завершения акции. То есть, как вы понимаете, что если вы, например, получите 50 оказаний финансовой помощи или больше, да, то есть вам будет выдан iPhone X, но вот эти поощрительные призы вы не получите. Ну и, соответственно, если вы заработаете 10 мест без автомата, то вот 5, 3 и 1 место вы также не получаете. То есть только один приз из вот этих вот 5 категорий вы можете получить за проведение акции. Ну и давайте посмотрим. Так, да. Смотрите, уже завтра появится на сайте этот раздел. Это я сейчас вам по дизайнерскому макету показываю. И в ваших личных кабинетах появится вот такой вот виджет. В левой его части появится виджет лидерского марафона, где будет шкала от 0 до 50, которая будет постепенно заполняться. А здесь будут отсчитываться дни, которые у вас остались на выполнение условий этой акции. Ну и, естественно, ссылочка на подробности, подробное описание акции «Лидерский марафон» будет. То есть все без исключения смогут это увидеть. Ну, кроме того, мы проведем рассылку, не одну, много рассылочек, у нас много инфоповодов, и расшевелим ваших партнеров по максимуму. А теперь давайте посмотрим, что же вам нужно делать для того, чтобы
легко выполнить условия акции. Ну, сначала я вернусь, посмотрю, все ли видит. Вот, кстати, смотрите, Владимир Шарай говорит, что 50 партнеров – это нереально. А теперь запомните эту фразу, и сейчас мы пойдем посмотрим, реально или нет. Ну, конечно же, посмотрим мы на 31 декабря, а сейчас мы просто предположим, реально или нет. В прошлом году это оказалось реально. Значит, пункт первый. Как легко выполнить условия акции? Первое. Мы предлагаем вам связаться с уже имеющимися партнерами. Как это сделать? Нужно заглянуть в раздел «Структура». И с какой целью? С целью реанимировать ваших неактивных партнеров, поскольку в зачет идут не только первые, но и повторные ежегодное оказание финансовой помощи. У нас достаточно много информационных поводов, и вам действительно есть что рассказать этим партнерам. Но теперь давайте заглянем в тот самый раздел «Структура». Я вот взял выдержку у одного из наших партнеров из раздела «Структура» и просто вам сейчас покажу, как это выглядит, если вы, может быть, не знаете. Ну, партнер достаточно активный, как вы видите, да, хотя и бывают и активнее. Вот, и если вы заходите в раздел «Структура», спускаетесь до блока «Личные клиенты», то у вас есть три вкладки. Начнем с вкладки «Бизнес-партнеров». То есть это участники, которые уже оказали финансовую помощь. Эти участники делятся у вас на три категории. Вот здесь вот. Вы можете увидеть активных, тех, у кого, соответственно, активен статус «Бизнес», то есть не прошел еще год с момента оказания ими финансовой помощи, ну или повторное оказание, ежегодного оказания. Дальше категория – это те активность, у которых скоро истечет, и неактивные, то есть у которых она истекла, и они по какой-то причине ее не продлили. Так вот, начнем с партнеров, активность которых скоро истечет. То есть это, по-моему, в течение ближайших двух месяцев. Вот они у вас списочком все есть, если они у вас вообще есть, конечно, да, но вот у данного участника они имеются. И здесь вы можете наводить на каждую строку, кликать по ней, она раскроется, здесь будет подробная информация о данном партнере. Здесь вы можете увидеть и его контакты, и его структуру, сколько человек, и, соответственно, данные, когда у него истекает. Вот у него, например, 18 ноября истечет срок его активности, и, соответственно, если он его не продлит, то он потеряет, во-первых, активацию аккаунта, ему придется заново его активировать, во-вторых, он начнет выпускать денежные переводы. Ну и, в-третьих, конечно, он не сможет поучаствовать в этой самой акции. Кроме того, да, вы знаете, что у нас сейчас новые финансовые инструменты. И вот здесь по этому столбцу кошельков вы можете видеть, у кого, соответственно, кошелек привязан, если он горит, или если он не горит, то он не привязан. При наведении вам будет указано, какой именно кошелек здесь у него привязан, то есть выбран как самый, как активный для получения средств, и если вам эта информация нужна. Но в любом случае у вас уже есть повод связаться с этими партнерами для того, чтобы сказать, что, дорогой партнер, у тебя не привязан кошелек, и ты, походу, не следишь за важными новостями проекта, да, поэтому я сейчас тебе все расскажу и помогу сделать. Вот вам уже начинается, да. Ну и дальше вы этого партнера можете активировать. То есть сделать так, чтобы он оказал финансовую помощь. Следующая категория – это неактивные партнеры. Это те, у которых активность истекла уже, и, соответственно, они уже упускают финансовую помощь. Вы здесь можете посмотреть, обратить внимание на тех партнеров, у кого есть структура. Ну, это значит те участники, которые провели свой год в статусе фандрайзера, не бесполезно. То есть они кого-то пригласили, и у них есть структура, от которой они могут получать денежные переводы. Соответственно, это ваша первая цель, ну а также те участники, у которых есть как можно больше контактов. Здесь, как правило, у всех подтверждены и e-mail, и телефоны. Вот, но у кого-то есть еще соцсети, Skype и так далее. То есть с ними связаться намного проще. Пожалуйста, связывайтесь. Если это какие-то зарубежные партнеры, вам всегда в помощь Google-переводчик.
Все очень просто сделать. Можно человека направить на сайт и рассказать ему о новостях. Ну, мы, кстати, еще поговорим о том, какие плюсы получают участники при восстановлении активности. Третья категория – это волонтеры. Это те люди, которые активировали свой аккаунт, но так и не оказали финансовую помощь до сих пор. То есть они еще даже не пробовали на вкус статус бизнес в его активном статусе и не знают, как можно активно зарабатывать. Ну, может быть, и знают, но не пробовали этого делать. Соответственно, здесь у вас очень большое поле для того, чтобы этих клиентов наконец-то активировать и под начало нашей акции «Лидерский марафон» делать это еще интереснее, поскольку они и в ней могут полноценно поучаствовать. Здесь смотрите, у кого кошельки привязаны. Соответственно, структуры, скорее всего, ни у кого нет, потому что они еще не занимались приглашениями, но есть контакты. Выбирайте тех, с кем можно быстрее связаться и связывайтесь, отправляйте им имейлы и выходите с ними на связь в онлайне. Это позволит вам сделать большую базу для вашего общения, и 50 партнеров среди вот этих вот сотен и тысяч вы, безусловно, сможете найти. Ну, если вы, конечно, предыдущее время не бесцельно существовали в проекте. Так, категория номер 4 – это волонтеры, у которых не привязан кошелек. То есть это были те, у кого кошелек привязан, они здесь так делятся, и кошелек, у которых не привязан. То есть это волонтеры, которые активировали свой аккаунт, но по какой-то причине даже не удосужились привязать кошелек. Ну, это вообще очень хорошая для вас категория, потому что вы можете просто к ним постучаться, сказать, что, в общем-то, как к любому волонтеру, вы связываетесь с ним и говорите, что я вижу, что, дорогой друг, ты оплатил $5, но ты не привязал кошелек даже, да, то есть тебе в любом случае деньги не могут упасть, потому что не привязал кошелек. Давай, иди привяжи, вот посмотри еще раз видео о проекте, вспомни, как это работает, и смотрите, да, сколько много, 797 человек у этого партнера, они все практически подтвердили свои телефоны и имейлы, они активировали свой аккаунт. Почему? Почему они до сих пор не обрабатываются, да? Обязательно нужно с ними связываться. Даже если 10% из них активируют аккаунт, ну, в смысле, он у них и так активен, если они окажут финансовую помощь, то это более чем хватит для того, чтобы получить этот самый главный приз iPhone 10. И уже самая финальная категория, здесь просто поле непаханное, я уверен, у каждого из вас, это фри-партнеры, то есть участники, которые просто зарегистрировались, но не активировали свой аккаунт. Кто-то из них, конечно, успел подтвердить имейл, кто-то из них даже указал свой скайп или какие-то соцсети. С ними нужно будет связываться в первую очередь. И, соответственно, дальше начинать рассказывать о проекте, о том, что в нем нового, какие интересные бонусы и плюшки есть для того, чтобы войти именно сейчас и стать активным. А сейчас как раз мы и посмотрим, что же такого получают наши партнеры, если они сегодня активируют свой аккаунт и оказывают финансовую помощь. Причем неважно, первый раз они это делают или они восстанавливают свою ежегодную активность. Вот, смотрите. Во-первых, у нас с вами действует постоянная акция. Но это мы с вами знаем, что она постоянная, участники не могут знать, что она постоянно, новички, да, то есть вот они могут знать, что при активации аккаунта до конца месяца они получают, во-первых, бонус $10 на бизнес-автомат. Это первая мотивация, которая есть вообще, она самая маленькая, но она работает. Об этом рассказывать, безусловно, надо, ровно так, как и рассказывать о том, что существует услуга «Бизнес-автомат», которая позволяет получать клиентов, не приглашая их лично, то есть без приглашений. Не все готовы строить бизнес с приглашениями, а вот наличие такой услуги, оно делает человека намного лояльнее, и он уже начинает рассматривать этот бизнес. То есть, ну, хотя бы даже смотрит презентацию. Да? Мы не говорим о том, что именно на услугу «Бизнес-автомат» надо его нацеливать, ни в коем случае, но если человек внимательно посмотрит презентацию, этого уже
как правило, хватает для принятия положительного решения. Итак, это первый бонус, который у вас есть и о котором стоит рассказать. То есть активируй аккаунт или восстанови его активность, если она истекла, и получи $10 гарантированно на бизнес-автомат. Второе, так, где у нас баннеры? Второе, это акция от нашего партнера Surferner. Это 5000 рублей промокод на рекламу. То есть человек сможет получить этот промокод сразу после оказания финансовой помощи и сможет начать рекламу в два раза дешевле. То есть помните, как работает промокод. Вы активируете его, и при пополнении на 5000 рублей вам система добавляет еще 5000 рублей. То есть очень-очень круто, в два раза дешевле реклама для наших партнеров в сервисе Surferner. Потом, быстрый старт, двойной доход. Эта акция активируется для всех участников, как новичков, так и тех, кто оказывает ежегодную финансовую помощь. То есть оказали ежегодную финансовую помощь, и в течение следующих 30 дней получаете удвоенный доход от ваших оказаний финансовой помощи, то есть от привлеченных вами благотворителей, если делаете не менее 5 благотворителей, приглашать не менее 5 благотворителей за эти самые 30 дней после очередного оказания финансовой помощи. То есть для новичка это достаточно хорошая акция, с учетом еще и акции «Лидерский марафон», тут, представляете, да, можно сделать очень-очень неплохой куш. Кроме того, здесь сейчас не видно, но лендинг-пейдж получает человек при оказании финансовой помощи в подарок. Лендинг. Давайте мы посмотрим, как он у нас выглядит. Услуги лендинг пейдж. Так, Инкома 24. Вот по этой ссылочке мы сейчас перейдем. И можно будет увидеть, как выглядит лендинг пейдж. То есть вот такой вот фирменный лендинг пейдж получит каждый участник совершенно бесплатно при оказании финансовой помощи. Соответственно, а если так, он у нас стоит денежек, а так он месяц будет им пользоваться бесплатно. В общем, сами сможете это посмотреть. В принципе, наверное, вы знаете, да, сколько мы уже преимуществ назвали. 4 преимущества для них есть. Ну и, конечно же, само по себе участие в лидерском марафоне, возможность получить iPhone 10, это, безусловно, хорошая мотивация, поскольку многие участники начинают эту деятельность с нуля, они не могут сомневаться в своих силах, ну, поскольку они их просто пока что еще не пробовали, и вот это вот условие акции 50 дней, 50 партнеров, оно для них не выглядит настолько страшным. И, в принципе, ну, оно и так не выглядит особо страшным, если вы действительно умеете проявлять активность. Если же вы, конечно, ну, достаточно посредственную активность проявляете, то вы будете говорить так, как сказал вот Владимир, да, то, что это нереально, 50 партнеров – это нереально. Вот, и все, да, iPhone X для меня – это нереально. И по жизни с таким лозунгом человек живет, что для него все нереально. На самом деле это все реально. И кроме того, я вам скажу, и 100 партнеров за 50 дней это реально. И делали больше в свое время. Вот. Поэтому для тех, кто еще не испуган, для новичков ваших, это абсолютно никакой не барьер психологический. И вы можете смело им эту акцию показывать. Для них она будет еще больше мотивации. Вот. Кроме того, для них и бизнес-автомат есть, который поможет им еще больше клиентов получить. И давайте дальше посмотрим. Пригласить новых партнеров, друзья, способ номер два. Да? То есть мы сейчас с вами поговорили очень подробно про то, как реанимировать ваших существующих партнеров. Их у многих порядком хватает, а у кого-то их немного, а у кого-то их вообще нету, если мы говорим о тех людях, кто только недавно присоединился к нашему проекту, да, поэтому связаться с уже имеющимися партнерами для них это не вариант.
Вот. Но есть пункт 2, для которых, для многих, который будет основным, это пригласить новых партнеров. И сделать это очень и очень просто, и, пожалуй, даже не сложнее, чем связаться с существующими. Поскольку вокруг нас огромное количество людей, миллионы просто в соцсетях, связаться с которыми не составляет никакого абсолютно труда без всякого спама. И в вашем распоряжении действительно есть множество эффективных рекламных материалов. Это и видеопрезентации на 9 языках, это и фирменный лендинг-пейдж, который я только что показывал, это креативные баннеры, это ваши пригласительные сертификаты и уникальные ссылки. Давайте посмотрим на те самые видеопрезентации и баннеры, которые где-то нужно взять. Так, опять же идем в личный кабинет. И есть такой раздел «Рекламные материалы». Так, простите. Ваш сертификат, ваши ссылки, ваши уникальные ссылки здесь все находятся. Видеопрезентации. Вот они, наши родимые. Их здесь, ну, видео именно презентации здесь 4 штуки, плюс видео о фонде. Здесь 2 видео. И эти видеопрезентации у нас представлены на 9 языках, что очень и очень круто. 9 языков умножить на 4 видеопрезентации. Это очень хорошие рекламные материалы. Причем вы знаете, что можно, конечно, и видео и отдельно показать, установить на свою страничку. Можно человека пригласить по своей ссылочке на официальный сайт HowWork. И они сами эти видео смогут посмотреть. Они открываются, и там есть флажки для выбора языка. Ну и можно, конечно, использовать рекламные баннеры. Вот таким образом сейчас мы сделали. Долго загружать очень много баннеров в этот раздел. Мы сюда вас переводим в базу знаний. И здесь у вас более 1000 рекламных баннеров на 8 языках и самых разных размеров, самые разные анимации, которые можно поставить и себе на сайт, и в соцсетях где-то применить соответствующие размеры, разные тематики. Вот. В общем-то, у вас действительно есть, что здесь взять, и вы можете это эффективно применять. Кстати, надо, наверное, попросить дизайнеров разработать эти же баннеры конкретно для соцсетей, то есть форматы более такие прямоугольные сделать, тогда будет еще эффективнее, потому что можно, конечно, ставить и такие баннеры, безусловно, это будет эффективно, но если они будут оптимизированы для соцсетей, это будет еще круче. В общем, можете здесь скачать все это, опять же, на всех 9 языках эти баннеры представлены, и это в нашем случае очень и очень круто. Так, вот мне, кстати, Алексей говорит, что есть эти баннеры для соцсетей. Ну, почему-то я там не увидел этих форматов. Может быть, я попрошу после конференции мне эту тему сообщить. Сейчас не будем, Алексей, отвлекаться после конференции. Итак, на чем я остановился? В общем-то, на рекламных материалах, да, я сказал, это мы закроем уже. Рекламные материалы, пригласить новых партнеров. Вам достаточно взять действительно за очень простое правило для себя одну простую истину. Это то, что если вы каждый день будете делать одно простое дело, то оно непременно трансформируется в успех. В нашем случае это количество, переходящее в качестве, а именно рассказывать ежедневно о проекте HowWork как минимум, ну, возьмем по минимуму 10 новым людям. И, как уже сказал ранее, успех вам обеспечен, поскольку количество всегда переходит в качество. В нашем случае, если вы просто показываете людям видео, это не может оставлять их равнодушными, и даже если 1% будет у вас
все-таки становиться партнерами, а их будет намного больше, если вы качественно будете с людьми общаться, то вы через год ощутите от участия в проекте просто, ну, не знаю, там, неимоверный просто профит, и пассивный доход вам будет обеспечен. И еще два способа есть, с помощью которых вы можете обеспечить себе приз. Ну, скорее всего, которые помогут вам добиться успеха. Это участие в совместных рекламных кампаниях, которые работают по принципу совместного инвестирования. Ну, то есть для проведения крупных рекламных кампаний требуется немалая сумма денег. Совместное инвестирование позволяет сделать это намного проще. И таким образом, присоединяясь к совместным рекламным кампаниям Whole World, вы будете получать дополнительный приток новых партнеров в свою структуру. А доступные рекламные кампании у нас находятся вот здесь вот в разделе «Услуги. Совместная реклама». И здесь объяснено, как это работает. И есть совместные рекламные кампании, доступные для инвестирования. Кстати, вот здесь одна рекламная кампания совсем близка уже к сбору средств, и рекомендую ее добить и быстренько запустить. Это большой баннер внизу портала Surferner. Он работает достаточно эффективно. Вот. Ну и остальные совместные рекламы тоже нужно обратить внимание, нужно их добить и запустить. Чем быстрее, естественно, мы их запустим, тем быстрее они смогут нам принести профит. Хорошо, если это будет сделано именно в период проведения лидерского марафона. Так. Пункт четвертый. Вы также можете подключить бизнес-автомат, и это также даст вам новых партнеров, от которых вы можете получить дополнительное оказание финансовой помощи. Ну, бизнес-автомат – услуга известная, работает она очень просто, она распределяет между теми, кто подключил бизнес-автомат, участников, которые регистрируются на сайте Whole World без чьих-либо личных приглашений, то есть которые самостоятельно нашли проект всем миром на просторах интернета, а может быть, перешли по чьей-то устаревшей реферальной ссылке аккаунт, который в данный момент не активен, да, и, соответственно, они тоже не могут попасть в его структуру, а попадают в бизнес-автомат. Но поскольку спонсор быть обязателен должен в нашей системе, то эта самая система этого спонсора и подбирает для них из числа участников бизнес-автомат. И таким образом вы получаете новых клиентов, не приглашая их лично. Ну, дальше просто связываетесь с ними и обеспечиваете оказание финансовой помощи, помогаете им это сделать. И это равносильно тому, что вы лично пригласили клиента, он навсегда закрепляется в вашей партнерской структуре, и вы для него навсегда становитесь информационным спонсором. Вот такая услуга, подключить ее может каждый, но только если есть доступные места. На данный момент, по-моему, там 150 доступных мест имеется. Вот. Ну и здесь будет у вас счетчик внизу, опять же, сколько времени останется до завершения отчетного периода. Не смотрите здесь на результат, конечно, это просто рисунок. Вот этот счетчик будет начинаться с 50 суток и пойдет в обратный отсчет завтрашнего дня. Вот, поэтому можете начинать готовиться уже сейчас. Так, о чем я еще хотел сказать? Ну вот же еще один повод, без которого, безусловно, вы не должны обращаться к своим партнерам. Это... Есть у нас видеоконференция на этот счет, да, вы можете показать им ее, чтобы не рассказывать самостоятельно. Это то, что у нас финансовые инструменты обновились, и это действительно очень большой плюс по сравнению с тем, что ваши клиенты могли видеть тогда, когда регистрировались, тогда, когда, может быть, пытались оплатить, но у них не получилось. Сейчас возможностей намного больше, поскольку, во-первых, привязывать теперь можно не один кошелек, не Wallet One, как это было раньше, который многих не устраивал и был многим неудобен, да, а это целых три платежных системы: Advanced Cash, OkPay и Payeer. Скоро сюда добавятся и другие платежные системы, вам раскрою секретик. Наверное, первым сюда добавится биткоин. Действительно, можно будет привязать кошелек от биткоин и получать денежные средства напрямую на свой биткоин, который
имеет свойство в последнее время очень сильно расти в цене. Вот. Ну и, возможно, сюда добавятся и другие платежные системы, поскольку ну, специфика такова, как мы уже говорили, что с помощью нашего транзакционного шлюза действительно можно напрямую выплачивать средства и на другие какие-то кошельки. То есть кто-то платит с Advanced Cash, а кто-то получает сразу на WebMoney, например, да, или сразу на Яндекс.Деньги. Ну или вот как здесь, может быть, даже и PayPal мы сделаем как вариант прямого получения средств, но пока что ведутся переговоры с автоматическими обменными сервисами, чтобы это можно было автоматизировать. Вручную, конечно, сложно это все делать. Вот. Об этом, безусловно, нужно будет вам рассказать. И это первое, с чего вы, наверное, должны будете начать ваше общение с клиентами, которые у вас уже зарегистрированы, с которыми вы свяжетесь. Ну и мы вам в этом, безусловно, поможем, поскольку сделаем в ближайшее время несколько информационных рассылок. Ваши клиенты будут привязывать кошельки, будут... Кстати, все, что касается кошельков, да, вот способы оплаты, друзья. Не смотрите, что сейчас их здесь достаточно скудное количество. Мы в последние несколько недель детально проработали этот раздел. Здесь скоро будет очень много платежных систем. И поскольку у нас связка идет через очень конвертируемые в сети платежные системы Advanced Cash, Payeer, OkPay, возможно, что-то еще будет, да, то мы получаем возможность здесь дать людям инструкции о том, как оплатить ну, практически с абсолютно любой платежной системой, которая только существует в мире. Вот, например, Western Union, да, буквально недавно тут на тест нашей техники вывели ее, и вот как примерно это выглядит, смотрите. Оплата через Western Union. Этого не было у нас все 5 лет предыдущих. Сейчас это будет, и, как вы знаете, Western Union, ну, это из любой страны наличка можно просто перевод отправить, да. И оказывается, что очень просто можно использовать Western Union. Для этого достаточно открыть счет в выбранной платежной системе, то есть хоть в биткоине, да, неважно. Тут все у нас будет автоматизировано. Видите, здесь меняем, здесь все меняется. Вот, ну, допустим, Advanced Cash. Нужно открыть счет в Advanced Cash. Человек переходит по кнопочке, быстро открывает счет, если у него ничего не существует. Дальше, вторым шагом пополняет свой счет через Western Union на необходимую сумму. Здесь мы даем ему ссылочку, чтобы он мог найти лучший курс. Это мониторинг обменников, он сразу ведет на это направление обмена. Вот у него 3%, да, то есть 3% Western Union, и он получает Advanced Cash. Переходит на сайт обменника, все там делает, получает, пополняет свой Advanced Cash. Далее он третьим шагом возвращается в свой личный кабинет Call World и через кнопочку Advanced Cash, вот через эту кнопочку, производит оплату. Очень-очень просто. И, друзья, вы представляете, сколько таких способов оплаты существует? Ну, просто для многих вот это вот, да, это очень непонятно. Люди хотят видеть какие-то знакомые себе логотипы. Ну, чтобы вы понимали, например, Сбербанк России, да, Вот хотят они его видеть, и все. И не умеют они ни через что больше платить, а вот Сбербанк умеют. Или Яндекс.Деньги, да, там, например, или Киви. В общем, все способы оплаты будут здесь практически представлены. И человек сможет по категориям просто посмотреть и найти для себя тот самый, который ему нужен. Там, золотая корона, в конце концов, или тот же Western Union. Денежные переводы, контакты, да, все что угодно. Сейчас есть возможности очень большие, поскольку много очень в сети обменных сервисов занимается этим. Ну и автоматические способы оплаты, безусловно, здесь будут тоже в достаточно большом количестве, не только будут через обменники. Вот. Поэтому, друзья, скоро здесь будет все хорошо, и ваши клиенты здесь будут чувствовать себя намного удобнее, потому что действительно мы встречаем
часто комментарии, что я хочу, вот, да, я хочу оплатить, но я вот не вижу, не понимаю, да, то есть человек не понимает, что он может там perfect money, для него это пустой звук, perfect money, что такое perfect money для какой-то бабушки, например, да, которая себе только вчера компьютер включила, она ничего не знает. А вот если мы ей дадим такую инструкцию, вполне возможно, она ее сделает. Так, в общем, ждем здесь изменений. По условиям, я думаю, вы здесь все поняли. Все меньше и меньше времени остается у вас для того, чтобы включиться в этот лидерский марафон действительно на правах лидера, а не на правах наблюдателя. Я надеюсь, что у нас будет не один победитель, и вообще будет обязательно, да, наверное, и их будет несколько. Так, звук, слава богу, есть. Я сейчас, что я сделаю? Друзья, у нас розыгрыш впереди еще, да, розыгрыш призов, праздничный розыгрыш на сумму более $500. Сегодня мы разыграем среди тех, кто присутствует на вебинаре, 5 мест бизнес-автомата, каждому, соответственно, по одному месту может достаться, 10 уникальных ссылок в зоне .ru и все остальные, кто каким-то причинам не сможет получить приз из вот этих первых двух категорий, в любом случае не останется без приза, и $5 пин-код будет вам обеспечен. Что я сейчас сделаю? Я сейчас дам вам ссылочку на регистрацию в розыгрыше призов, а сам в это время буду отвечать на ваши вопросы, поэтому, пожалуйста, готовьте их. Так, значит, я копирую ссылку на розыгрыш призов. И даю вам ее сюда, чат. Ну, что, в чем проблема? Вот, все. Вы ее видите сейчас под видеоплеером. Спуститесь, посмотрите и перейдите по этой ссылке для того, чтобы зарегистрироваться в розыгрыш призов. Если кто-то что-то, соответственно, не может сделать, пишите. Вам нужно будет авторизоваться, войти в личный кабинет всем миром, и там у вас система вас автоматически зарегистрирует в розыгрыш. А буквально через 10 минут мы этот самый розыгрыш проведем. Я нажму кнопочку заветную, и мы узнаем, кому что досталось. Так, а теперь хочу увидеть ваши вопросы, пожалуйста. Вот здесь вот пишите сейчас ваши вопросы, которые у вас возникли, может быть, есть какие-то пожелания, что-то еще, да, все, что касается наших последних обновлений, лидерского марафона и так далее. Пожалуйста, я отвечу на ваш вопрос. Я думаю, что все, безусловно, должны попробовать свои силы в этом конкурсе. Все, кто зарегистрирован. Поэтому мы всех обязательно оповестим. Так, я вот не вижу сейчас. Вы хоть несколько плюсиков поставьте в знак того, что меня было слышно. Или вы просто заняты регистрацией. Так, есть, да, все-таки есть. Не приходят бонусы от покупки бизнес-автомата личными партнерами. Когда восстановит автоматическое поступление бонусов? Владислав, ну вот сегодня я интересовался как раз по вопросу одного из наших партнеров с такой жалобой, да, интересовался у техников. Они мне дали ответ, что в основном бонусы приходят без ошибок. Да, там изменилась схема финансовых начислений, поэтому что-то, видимо, где-то недоделано. Но ответ был такой, что ошибок единичное количество, и каждая ошибка техниками разбирается, если она происходит, и устраняется. Поэтому не переживайте, все ошибки скоро выловим и проверим все покупки на предмет того, были ли по ним выданы
вознаграждение. То есть вам не придется контролировать, не бойтесь. Так, скриншот. Не знаю, к чему здесь. Не буду его открывать, дабы спамом не заниматься. Так, Александр Васильев поздравляет всех участников с днем рождения проекта и хочет пожелать абсолютно всем успеха в предстоящем проекте. Будьте здоровы, помогайте друг другу. Да, Александр, спасибо. Я, пожалуй, присоединяюсь к этому поздравлению. Так, вот Степан жалуется, что вебинары проходят по московскому времени, а на Дальнем Востоке у нас время 3 часа ночи. Конечно, можно посмотреть в записи, но в розыгрыше постоянно не участвуем. Ну, как бы несправедливо. Да, Степан, я с вами согласен, этот мир несправедлив. Вот гражданам США вообще не повезло. Они ущемлены по полной здесь, да, и у них и способов оплаты мало, и вебинары вообще на русском, да, им еще и язык знать требуется, чтобы присутствовать. Ну, как бы несправедлив этот мир, да. Не могу вам ничем помочь. Я даже не знаю, что сделать в этом случае. Вот, Ирина говорит, нет возможности сделать уникальную ссылку. Речь о бесплатной уникальной ссылке. Я в курсе этой проблемы, и наши техники исправят эту глупую абсолютно ошибку. Там просто отсутствует кнопка. Ну, я думаю, что ничего серьезного там нету, просто они еще не добрались до этого. И все, кто обладает правом на бесплатные уникальные ссылки, смогут их в ближайшее время получить. Мы в курсе этой ситуации. Так, возникает у некоторых партнеров проблема с аккаунта Advanced Cash из-за того, что много верификаций нужно проходить, а именно не могут спокойно пополнить счет с карты Visa, например. Я к тому, что с Wallet One было проще пополнить кошелек с карты Visa. Сергей, ну, понимаете ли, в чем дело? То есть это правило платежной системы. Если... Я, честно говоря, не знаю, в чем проблема пройти верификацию в Advanced Cash. Вот пройти верификацию компании действительно там сложно. А в чем проблема пройти верификацию личности? Сделать скан паспорта, сделать скан страницы с пропиской и подтвердить телефон. А что здесь сложного? Я не знаю, Алекс, Сергей. Нет ничего сложного. Это надуманные проблемы. Вот. Карту там добавить. Ну, так ее один раз добавил, зато потом будете пользоваться. Ну, не устраивает такой способ, господи. Ну, способов оплаты-то огромное количество. Ну, воспользуйтесь, вот, будут пользоваться обменными сервисами. С тех же Kiwi, в конце концов, да, там. Привязали свою карточку к Kiwi, пошли в обменник и с Kiwi пополнили Advanced Cash. Не придется никакую проходить даже идентификацию. Или там с Яндекс.Деньги, или с WebMoney. Ну, много способов есть. Как мне узнать, что я зарегистрировался на розыгрыш? А сейчас при переходе по той самой ссылке, которую вы переходили, вам система должна сказать, что вы зарегистрированы. Вот. Но я сейчас дам ссылочку, где будут видны все участники зарегистрированные, и вы сможете посмотреть, зарегистрированы вы среди их или нет. Прошу вас добавить в раздел, где указываются соцсети, и скайп для обратной связи участников в аккаунте мессенджера типа популярных Viber, Telegram и WhatsApp. Александр, ну да, разговор об этом уже шел. Но знаешь, какой нюанс? То, что Viber, Telegram и WhatsApp, они на самом деле все являются номером телефона. И если у человека на указанный номер телефона существует Viber, Telegram или WhatsApp,
то, добавив его к себе ВКонтакте, вы просто сразу увидите, есть он у вас в Вайбере, Телеграме или WhatsApp, или нет. То есть, ну, это такая, не знаю даже, это не является проблемой. Ну, возможно, это будет понятнее, если мы добавим, да, эти кнопочки. Доберемся с дизайнерами и техниками до этого момента и добавим. Да, там можно галочку, например, поставить будет. Привязанного телефон к Вайберу, к WhatsApp, да или нет. Прошел верификацию Advanced Cash за 5 минут. Ну вот, Рустам, я, честно говоря, тоже не испытал абсолютно никаких проблем. Сделал фото, загрузил скан. 5 минут, все готово. Причем Advanced Cash, знаете, у них очень-очень активный саппорт. Такого саппорта Wallet One не видать, я думаю, никогда в жизни. Там и чат, там и горячая линия, и очень все интересно. Пробовал перевести деньги с Яндекс.Деньг на Advanced Cash, просто верификацию. Так сделайте, Александр, верификацию. Что вы, я не понимаю, вы аноним или что у вас там, скрываетесь вы от кого-то? Сделайте вы эту верификацию, и все, и забудьте про нее раз и навсегда. Вот. А я вам на самом деле говорил про Best Change, про мониторинг обменников, то есть не про прямое пополнение Advanced Cash через Яндекс, да, а через обменники. Вот он, bestchange.ru. Пожалуйста, смотрите, берем Яндекс.Деньги, да, и смотрим, что нам. Хотите Perfect Money, хотите Advanced Cash, вот вам 60 рублей. На самом деле не сильно большая комиссия. Robot Exchange. Переходим и пополняем. Все. Яндекс Мани на Advanced Cash. Все. Первый раз там, возможно, заморозка на какое-то время. Но, видимо, Яндекс Деньги такая штука. Поэтому не вижу никакой проблемы в этом. Ну, скорее всего, это надуманные такие препятствия, да, которые, ну, могут кого-то испугать. Что-то там пугает верификация карты, с которой они пополняют счет. С верификацией аккаунта Advanced Cash проблем нет. Ну, как я уже сказал, что у нас будет инструкция, которая позволит не только через Advanced Cash, то есть можно через Яндекс.Деньги карту привязать, можно через Kiwi карту привязать. То есть с помощью карты можно Kiwi пополнить, можно WebMoney пополнить, можно Яндекс.Деньги пополнить, а уже дальше через них оплачивать. Ну, как говорится, если вы сейчас говорите о том, чтобы нам где-то найти прямую оплату по картам, то именно в данный момент такой возможности нету. Вот. И нет возможности сейчас вернуть сюда Wallet One. То есть, в принципе, я думаю, что появится у нас в будущем какая-то платежная система, которая позволит это делать. А пока что делаем так, как есть. Вот, в общем-то, и все. Вот. Но способов оплаты много. И было бы, как говорится, желание, да? Это вот все, что я могу сказать. Было бы желание. А желание будет возникать тогда, когда человек поймет, зачем ему это нужно. Ведь согласитесь, если вам бы сказали, что верифицируйте свой аккаунт, привяжите карточку и там верифицируйте ее, и вы сможете зарабатывать 50 тысяч рублей в месяц, да, то вы бы долго думали, блин, а что ж я дурак до сих пор не делаю этого, да? Вот и здесь такая же история. То есть ради чего человек это делает? Если он не понимает, ради чего ему это надо, то, конечно, сложно его заставить что-то делать. А если он видит конкретную цель, то, вы знаете, человек может и не такое сделать. Тут очень много всего завязано именно на мотивации. Так, давайте мы, наверное, будем переходить к розыгрышу, да, вот спрашивали, как посмотреть, есть я или нет меня в розыгрыше. Я сейчас
дам вам ссылочку. Опять же в чат. Опишу ссылку на результаты розыгрыша, поскольку здесь будут результаты после того, как я нажму кнопку того самого розыгрыша. Вот, а мы сейчас посмотрим, кто зарегистрировался. 38 человек зарегистрировано. И вот смотрите, среди них себя ищите. Я как бы не могу понять, кто из вас кто. И есть ли здесь тот, кто спрашивал. Вот, но так вот взглядом не увидел. Поэтому еще даю буквально несколько минут для того, чтобы вы могли перейти по той самой ссылочке, которую я давал ниже. Да, Алекс, еще раз переходите по той ссылке для регистрации, не по этой, а именно по ссылке для регистрации. На всякий случай, сейчас я ее скопирую. Вот она. Вот, ну а я пока начинаю обратный отсчет и через минуту буквально нажму кнопочку уже. Никого ждать не будем больше. Пока участников не прибавилось. Ну что? Больше мы ждать, к сожалению, не можем. Поэтому 9, 8. 7, 6, 4, 3, 2, 1, 0. Мы закрываем регистрацию. Мы запускаем розыгрыш призов. А вот теперь розыгрыш успешно завершен. И мы можем обновить эту самую ссылочку. И здесь все абсолютно являются призерами, все 38 человек, как мы говорили, но кто-то выиграл приз более ценный, чем 5-долларовый пин-код. Я назову этих людей. Сергей Чуйко уникальную ссылочку выиграл, Галина Шкурина уникальную ссылку, Ольга Тихомирова бизнес-автомат, Ильгиз Максутов уникальную ссылку, Алексей Агапов тоже ссылочку. Вера Трикова уникальную ссылку. Алла Семень уникальную ссылочку получает. Александр Васильев уникальную ссылку получает. Александр Макаров. Сергей Воронцов уникальная ссылка. И Татьяна Ворошилова бизнес-автомат. Вячеслав Кабанов уникальную ссылку. Михаил Морошилов, бизнес-автомат. Белорусам сегодня повезло. Владислав Фролов, бизнес-автомат получает. Так, Владимир Шарай, бизнес-автомат. По-моему, бизнес-автомат кончился. Ну, в общем-то, кончились и участники, которые зарегистрировались в розыгрыше. Всех я поздравляю. Да, да, вот Рустам, долго вы, видимо, собирались и опоздали. Ничем не могу вам помочь. Я всех поздравляю, ну, во-первых, с призами, которые вы сегодня имели возможность получить и получили. А всех без исключения я поздравляю с нашим шестилетием проекта «Всем миром». И это только начало, наверное, потому что впереди много еще полезных дел, которые мы вместе с вами должны сделать, много детей, которым мы должны будем оказать помощь.
И без наших совместных действий действительно этого не сделать. Поэтому я благодарю вас за слаженные действия в рядах фандрайзеров Whole World и призываю вас оставаться с нашим проектом и последующее время, ну а также увеличивать количество фандрайзеров для того, чтобы сделать наше с вами общее дело еще более эффективным. Ну и, конечно, лидерский марафон начинается уже завтра. Пожалуйста, принимайте в нем участие. Мы будем держать руку на пульсе, будем постоянно следить за результатами. И я уверен, что iPhone X уедет не в одни руки. Вот. Но на самом деле нам будет не жалко сделать такие подарки вам к Новому году, лишь бы вы их заслужили. Все, друзья, на этом я всем говорю спасибо и до следующей конференции, которых мы планируем проводить намного чаще с помощью наших участников. Ну, о ближайшем вебинаре вы сможете узнать из наших новостных публикаций, а также из рассылочек, если подпишетесь вот здесь вот на новости о предстоящих вебинарах. Сергей, к сожалению, не могу вам прокомментировать вот это вот сейчас. Сбой это или не сбой? Вот. У нас сбоев, как правило, не бывает. Можете обратиться в службу поддержки и техники рассмотрят. Если они действительно там что-то обнаружат, может даже вам компенсируют. Вот. И вот Рустам, соответственно, тоже, если вы считаете, что это каким-то образом так произошло. Вот. Но я закрывал регистрацию именно тогда, когда закрывал. Ну, на этом все, друзья. Еще раз спасибо и до скорых встреч.